он по сценарию садился на воду, раз его плот, потом должен был подниматься и брать людей с воды. Однако при подъеме с воды предположительно заключение будут давать техники. Положительно произошел отказ двигателя. Вертолет с высоты примерно 3-5 метров упал на воду. Попытался запуститься при запуске и попытке взлета коснулся лопастями воды и перевернулся. Всем сил на спасение! Всем сил на спасение!